Всем привет, с вами Клевер, и сегодня мы посмотрим микрокомиксы. Так, начинаем. Мам, под моей кроватью монстр. Нет, он мертв. Возможно, это уловка. Я так не думаю, он весьма активно разлагается. Тут много мелких насекомых. Ну, в смысле, много. Вся поверхность, будто вода, колышется. Ого, тут еще тела. Маленькие, большие. Это была семья. Видимо, они сильно голодали. В любом случае, разбуди меня, если захочешь подробностей. Понравилось? Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. С вами Клевер. Всем пока! Do-do-do-do-do!